И всем здорова, дорогие друзья, и в начале данного видеоролика сразу же объявляю предыдущего победителя на 2 миллиона вирт, но в этом ролике хочу разыграть для вас вот такой вот скин, пацаны, Пеннивайза. Ребята, кто хочет его выиграть, обязательно подпишитесь на мой канал, поставьте свой лайкосик и напишите свой комментарий. Сегодня мы будем открывать, как вы уже поняли, контейнеры. Если что, я играю на таком проекте под названием Black Russia. Если ты хочешь играть вместе со мной, обязательно скачивай эту игру по ссылочке в описании. У меня есть свой промокод хэштег Мирон на сервере Черри. Также не забывай вводить мой ник Сергей Миронов. Ну а мы, ребята, погнали. Давайте уже откроем вот такой вот контейнер за 9 миллионов. Бэмс, ребята. И первый контейнер у нас уже пошел открываться. И нам очень повезет, потому что было бы очень плохо, если бы мы слили. Ну, как бы уже последние ролики меня очень жестко сливает, поэтому, дорогие друзья, я уже даже не знаю, что мне делать. Остается только ждать, дорогие друзья. Остается одна секунда, и смотрим, и нам выпадает BMW i8, ребята. Прям сразу сходу окуп, ребята. 11 миллионов 340 тысяч, это не может не радовать. Забираем данную вещичку и идем открывать следующий контейнер за 9,1 кака. Так, за него уже поставили, за него уже поставили. Братуха, нет, прости, но не твой. Ну реально, броу, прости меня, пожалуйста. Я реально не хотел этого делать, но он как бы не твой. И с этого контейнера нам выпадает, дорогие друзья, Раптор. Это слив, пацаны. Блин, ну только что мы подняли и слили даже больше, чем подняли. Ой, да, дорогие друзья, контейнеры такая вещь. Можно дофига поднять и резко все нахрен слить. Пацаны, да как вот я не люблю за это контейнеры. Почему нельзя купить меня 15 миллионов раз подряд, и все будет как бы нормально. Я куплю себе самый дорогой бизнес, буду чисто кайфовать на этом сервере. Ну, блин, пацаны, это всего лишь мечты. Ну, а мы идем дальше сливать бабоса, а именно открываем контейнер за 9 миллионов, ребят. Блин, какой четкий скин, я не могу, прям смотрю на него. Обновление реально действительно хорошее сделали разработчики. За это им отдельный респект, вообще, то есть, без каких-либо претензий и так далее. В этом контейнере уже стоит какая-то тачка, судя по всему, это гелик. Наверное, гелик. Ну так, похоже, похоже. 2 секунды остается, и это, блин, у нас шо это? Это у нас Range Rover. И стоял у нас здесь еще один Range Rover. Короче, пацаны, с одного контейнера как бы 2 Range Rover выбил, нифига себе, блин. Так, идем дальше. Ну, на самом деле мы находимся в нуле. Это нормально, ребята. 30 миллионов у нас, 31 кака. Помните, ребята, были ролики, когда тупо каждый ролик был баланс по 100 миллионов. А сейчас вот такая вот беда, блин. Эх, да. Здесь у нас еще один контейнер за 9 миллионов. Сегодня прям очень много контов по 9 кака. Я надеюсь, мы сегодня с вами поднимем нереальный кэш. Тупо бабосики намутим. Вот, а сейчас ищем еще какой-нибудь контейнер. Так, это у нас одеждочка. Одеждочку я бы на самом деле забрал, но что-то нет. Что-то не хочу, нет настроения сегодня открывать одежду, хотя она меня чаще всего и окупает. И здесь нам выпадает Ешка, да? Это же Ешка? Да, это Ешка, ребята. 10 миллионов. Вообще нормально, ребята. Поднимаемся потихонечку, полигонечку, возвращаем свои бабосики. 9,1 кака ставим. Бэмс, погнали, пацаны. 9,1 кака, нормальная тема. Так, это у нас что такое? Это у нас что за контейнер? Еще один за 9,1 кака, ребята, как их много. За 9, точнее. Как их много на самом деле в эти контейнеры. Я надеюсь, оно меня еще и все и купит, чтобы я отсюда ушел довольный, как бы. Потому что денежек не хватает, денежек не хватает. Баланс как бы не резиновый, поэтому нужно открывать уже более-менее поаккуратнее, пацаны. Ну, сбережения, конечно же, еще есть. Причем скоро продам одну машину за 40 миллионов. И это у нас GTR. GTR, ребята, это жопа на самом деле. GTR это нам не надо, блин. GTR это фигня, не надо. Нет, тачка-то не фигня, но вот то, что она выпала мне с контейнера за 9 миллионов, это уже, знаете ли, просто вандализм какой-то. Издевательство над Мироном, блин. Ладно.
идем дальше. Аккуратненько открывать. Стараться, по крайней мере, аккуратненько открывать. Не так выразился. Открывать-то я буду в любом случае. Вот, неважно, как аккуратно, неаккуратно, но... Зато теперь есть плюс, пацаны, я не открою одежду за 46 миллионов, потому что у меня баланса не хватает, ребята. Да, жирный плюс, но баланс все равно остается маленьким, и я надеюсь его поднять сегодня, поэтому, бро, давай мне бабки мои, блин. Так, 5,2, вот так вот, тихо пришел, так, громко ушел, нормально, блин. Так. Подняли нормально. Чуть-чуть, но подняли. За 2 миллиона контейнер, ребят, давайте. Я такой люблю. Я такой люблю контейнер. 2,3. Ага. Ага. 2,3 не то, не попал. Да что же будешь делать? Давай мне мой этот. Во, взаимодействовать нормально. 2,3. Все. 23, слава богу, не поставил. А то я сейчас выпендрился только что насчет 46. И фига кто 23 поставил. Вообще такая дизмораль была бы просто, ребята. Так, ладно. Действуем аккуратно, без каких-либо этих самых ваших. Фух. Да, пока ничего толкового не выпало. Мы наоткрывали с контейнеров, зато за 9 миллионов. Это да. Это, конечно, круто. Вижу-вижу, нападаю, вижу-вижу, нападаю. За 9 миллионов, ё-моё, блин, давайте забираем. 9,3 ставлю. Ой. Шо наворотил, блин? О, нифига себе, я смог поставить ставку с буквой там Z в конце было, и ставка поставилась. Прикиньте, это так окуп. Кто-то пишет окуп. Да, ребята, нам... Стоп. А это не 7,2 случайно мод? Мотоцикл. Ну, давай. Так. 4,5. Да, ребята, купились 4,5, это отлично. Вообще зашибенно просто. За 4,5. Вообще кайф, блин. И смотрим, что нам выпадает здесь. И это, блин, дешман. Ну ладно. Ладно, ничего страшного. Давайте еще один Германию ТС откроем. Нам там выпал мод. Очень довольно-таки такой, знаете, хороший. Пока что мы в одном месте, как бы, не двигаемся ни вперед, ни назад. Бабосики мы не поднимаем, что меня очень сильно расстраивает на самом деле. И это у нас что за контейнер такой красивый? За 9,1 какая. Ребята, как я такие контейнеры люблю. Ну чё, народ, погнали нахуй! Ёбаный брат! Опа, нифига подлетел, тупо. Не знаю, как, что сказать. Тупо как, ах ты, блин, такой, а? Не, братушонок, давай ты это самое. Давай ты это самое, не будешь так делать. Ладно, такие экстра-мувы, ё-моё. Вот так вот. Да ё-моё, блин, сейчас бы поставил. Ну все, я... А, нет, я успею. 9-3-3-3-3. Вот так вот, по сути. Да, все нормально, ребята. Поставили, ребята, идем дальше. О, опять начинает оскорблять. Как я люблю таких. Это еще не мат, я сказал оскорблять. Вот, это не мат. Давайте здесь тоже такую же сразу. Да блин. Что я все время хочу 93кк поставить. Прикиньте, у меня сейчас в натуре баланс сотка была бы. И все, блин. Так. Вот так вот. Да пофиг, пусть забирает. Пусть, не, реально, пусть забирает, без проблем. Здесь у нас выпадает, ё-моё, блин, Порш. Вы уже поняли, что я хотел сказать. Чисто случайно, ребята, вырывается, как бы, блин, я не специально это делаю. Так, там у нас что за тачка? Там у нас стоит этот, Volkswagen вроде, да? Да, это Volkswagen. Да ё-моё, ребята, сколько можно меня, блин, так вот обрывать, ё-моё, блин. Ну там Range Rover выпал, тоже как, ну, ничего интересного, как бы, не окуп. Ну давайте вон ту одеждочку заберем, почему нет, тем более все равно конец контейнеров, дорогие друзья, и нужно как бы уже стараться. Вот так вот, оп. Все, поставили, пацаны, и, судя по всему, мы уже ничего не заберем, этот контейнер открыт, те все открыты. Надеюсь, у меня сейчас никто не отберет мою одеждочку. Вот. Как, потому что, как бы, хотелось бы... Как бы, да, как бы хотелось бы. Вот. Я все равно его заберу, никакой бэка
не заберет его у меня, потому что последний контейнер, как бы, вот, какие могут быть траблы. Так, и давайте забираем, точнее, хотя бы посмотрим. Так, и бэмс, 2.7. Ну, как бы, ребята, это было довольно-таки очевидно. Всем огромное спасибо за просмотр, всем удачи и всем пока-пока.